Напомним, на прошлой неделе сотрудниками муниципального контроля был совершен адресный объезд всех строительных площадок в городе. Застройщикам были вручены новые требования по оформлению строительных кранов. В срок до 15 октября все башенные краны на 20 строительных площадках должны быть подсвечены светящимся дюралайтом. На сегодняшний день список добросовестных застройщиков, выполнивших работы по подсветке, увеличился до 10 строительных площадок. Остальные застройщики объяснили, что провести работы по освещению на данный момент не позволяет усилившийся ветер. До конца этой недели строительная техника должна сверкать в ночном небе, иначе на строителей будут составлены административные протоколы.